В то же время активисты Украинской националистической партии «Свобода» проводят митинг у стен Верховной Рады. Они обвиняют премьер-министра Арсения Яценюка в воровстве и необоснованном повышении тарифов ЖКХ. Несколько сотен человек требуют создать парламентскую временную следственную комиссию для расследования коррупции в правительстве, а также отстранить премьера Арсения Яценюка от исполнения обязанностей на время деятельности комиссии. Тарифы на коммунальные услуги на Украине в очередной раз повысили с 1 апреля. В частности, цена на газ для населения выросла на 285%. Такие реформы предписывает меморандум правительства Украины с Международным валютным фондом.